Григорий, говорят, что брендозависимость на российском рынке вследствие того, что происходит в последнее время, она снижается. А что вы можете сказать на этот счет, если говорить конкретно про продукты питания? Вы правы. Действительно, брендозависимость сейчас претерпевает некие изменения. А потребитель потерял часть бренда, в котором он привык. И потребительские привычки сейчас в неком таком вакууме находятся, да, то есть потребители находятся в вакууме, они ищут какую-то замену. Безусловно, в этот момент они мечутся, они постоянно переключаются между брендами, они постоянно ищут какую-то адекватную замену тому, что есть, а в идеале они пытаются найти то, что будет даже лучше, чем те продукты или те бренды, к которым они привыкли. Поэтому это время действительно очень интересно, его нужно пережить. Но его нужно пережить не сложа руки, не сидя ровно на стуле или там, лежа на диване. А это как раз время для активных действий. Время, когда бренды имеют возможность переключить все внимание на себя, завоевать доверие, донести информацию. Сейчас потребители очень восприимчивы к дополнительной информации о брендах. Я сегодня об этом как раз буду говорить на выступлении. И это тот самый момент, когда брендам нужно активизироваться, еще раз посмотреть на то, правильно ли они угадали инсайты потребителей, насколько эти инсайты сейчас меняются, потому что меняется не только зависимость от брендов, да, но меняются еще и потребительские привычки. Об этом тоже буду много говорить. Потому что если будет возможность посмотреть потом записи выступления или скачать презентацию, я буду только рад. И да, это хорошее время для экспериментов и для работы. То есть получается, вот 2 года у нас что-то продолжается, по сути, еще пока не поздно? Нет, не поздно, не поздно совсем. Потому что, ну давайте так, 2 года это продолжается, но решение по выходу новых брендов, какие-то готовые решения, новые бренды, они стали появляться не так давно. То есть они не появились сразу же там в феврале прошлого года, да, позапрошлого уже года. Компании раскачивались, компании сначала замерли все, тоже не секрет, бизнес замер, бизнес не понимал, что его ожидает. Потом потихонечку самые смелые стали раскачиваться, кто-то стал инвестировать там, спустя лишь год после там, некого начала вот этих там, глобальных изменений. Кто-то уже к этому был готов, там, начиная там, с 2014 года, и плавно к этому шел, и уже как бы готовы к какое-то решение. У кого-то были решения в запасе, может быть, они естественным путем приходили к тому, что нужно создавать бренд или ребрендиться, или усиливать там, те позиции, которые они завоевывали на рынке. Они, конечно, выстрелили чуть пораньше. Но некоторые компании делают это до сих пор, и потребитель еще видит постоянный выход и постоянное обновление линеек брендов, и он готов к этому. То есть его вот пока не удивляет это? Нет, он не удивляется. Он немножко устал, безусловно. Уже да. Хочется приземлиться. Конечно, все хотят уже приземлиться, все хотят какой-то стабильности и понимания, стабильности в автомобиле, в том числе и в тех брендах, которые он встречает на полке. Но еще есть это время, и я так думаю, что оно будет продолжаться еще 1-1.5 года как минимум. А что касается продвижения западных брендов, которого фактически не стало, то ритейлеры прямо говорят, что вот если раньше, скажем, крупные там кондитерские компании заваливали всех своей рекламой, сейчас этого нет. Вот как ритейлерам этот момент нивелировать и вообще что им делать в этой ситуации? Ну, ритейлеру как раз ничего делать не нужно, потому что медиашум уменьшился. Да, если мы сейчас обратим внимание на рекламные вставки, как раз ритейлы, присутствие ритейла гораздо больше, чем федеральных брендов. А вот что делать производителям или дистрибуторам, которые управляют собственными торговыми марками, да, им нужно увеличивать рекламное давление. Это не значит, что нужно просто там, увеличивать плоско, увеличивать медиавес, так называемый, да, то есть количество рекламных сообщений на в среднем на одного, там, на одну душу населения, как мы говорим. Да? Это значит, что нужно находить те точки контактов, которые будут наиболее эффективны не только с точки зрения себестоимости рекламного контакта, но и с точки зрения эффективности. Эффективности, опять же, и в качестве, то есть, что такое эффективность? Это и запоминание рекламы, и понимание рекламы, и восприятие рекламы в нужный момент, в нужное время. Да? Опять же, я много раз, наверное, сегодня буду говорить в том числе и о том, что есть ситуативные какие-то размещения рекламы, да, и есть спонтанный спрос, когда фрукты, овощи, допустим, легко могут размещаться, часть фруктов, овощей, к примеру, нарезанные яблоки или помытая нарезанная морковь, да,
как часто мы покупаем это для детей, куда-нибудь там в машину, в дорогу, в перекус, там, да, маленькие пакетики, когда детям вроде бы там есть еще рано, время между там завтраком и обедом, а с ребенком куда-то едешь, и нужно его там чем-то занять. Вот пакетик, там, не знаю, нарезанных долек яблока или там очищенной морковки, брусочков, там, да, можно в машину взять. Этот продукт может легко продаваться в отделе детского питания, детских товаров. Да? Он может быть ситуативным, то есть он может выходить за пределы полки фруктов, овощей в обычном супермаркете. Это продукт для размещения не только в классическом ритейле, в супермаркетах, но это продукт для АЗС. Вы сняли меня с языка, естественно, это логично, да? Но как часто вы видите такой продукт на АЗС? Я сейчас вспоминаю. Это же возможность, правильно? Вот, об этих возможностях как раз нужно думать, об этом мы будем говорить. Я сегодня постараюсь мастер-класс даже некий такой провести и вовлечь аудиторию, которая будет в зале, с тем, чтобы мы совместно вот как раз погенерили, разрабатывали вот эти инсайты потребителя, что думает потребитель, и как минимальными рекламными вложениями или маркетинговыми вложениями, если мы говорим о мерчендайзинге дополнительном, да, это не совсем реклама, это мерч. Как такими активностями можно усилить и присутствие бренда, и запоминаемость бренда, и благодарность со стороны потребителя бренда за то, что он так подумал, позаботился и как бы оказался в нужное время, в нужном месте. Вот, кстати, про бренды в категории фруктовощи. Там вообще как бы брендов не сильно много, насколько вот я смогла изучить материалы других экспертов, которые, например, считали количество брендов там во фруктах и овощах. Их вроде как немного. И что вообще вот с этой категорией с точки зрения продвижения? Как она продвигается сейчас у нас? Очень хороший вопрос. С брендами это очень емкий вопрос. Да? С одной стороны, есть бренды территории. Ну, допустим, Луховицкий. Есть Луховицкий огурец, Луховицкий овощи, да? город Луховицы. Да? Но при этом потребитель не очень понимает, что это такое. Это бренд. Луховицкий путает Луховицкие овощи, Луховицкий огурец и что-то там еще там такое. Кто-то говорит, что это сорт, это луховицы, там, да, это вот как бы сорт огурцов. Кто-то считает, что это бренд территории. Да? И вот люди до сих пор не понимают. Более того, я могу сказать, что даже многие эксперты, если это не эксперт прям конкретно во фруктах и овощах, маркетологи не очень понимают, что за этим брендом стоит. Поэтому это вот одна история с брендами. И как дальше выходить из этой ситуации, как, собственно, усиливать именно свой бренд, или наоборот, садиться как бы, да, на вот эту оседлать волну, да, которая идет, там, волна вот этого интереса к луховицам, к примеру, и к огуречной продукции, как на ней там дальше как бы проекция, это вот как раз уже там работа хорошего, правильного маркетолога, который должен порекомендовать, исследовать этот вопрос, изучить его, разработать стратегию и дальше по этой стратегии уже идти полномерно и последовательно. С другой стороны, есть бренды «Белая дача», да, прекрасный бренд. Очень емкий, но он потихонечку тоже выходит. То есть сначала у нас «Белая дача», наверное, ассоциировалась с нарезанной зеленью. Да? Потом стали появляться те же самые там дольки, яблок нарезанные, там, да, и так далее, и так далее. Как бы. И здесь для бренда есть огромная возможность развиваться в кросс-категории, выходить за пределы этой категории. Есть собственные торговые марки ритейла. У «Перекрестка» Fresh, там, да, есть Global Village, там, вот эти направления. Они тоже являются кросс-категорийными, и начиная, может быть, там, с других категорий, они могут заходить во фрукты и овощи, как в изначальный продукт, допустим, с консервации, имея начало в консервации, потом уходить уже, собственно, непосредственно во фрукты и овощи, в изначальный продукт. И дальше работать там. Ну, условно говоря, завтра я не удивлюсь, если будут какие-нибудь фруктовые или ягодные тарелки под собственными торговыми марками сетей. Если же мы говорим о брендах локальных, очень сконцентрированных производителей, то им тоже имеет смысл думать о расширении линеек. К примеру, чтобы нивелировать влияние сезонности, имеет смысл уходить в некую такую сублимацию продукта. Да? Это соки, это
какие-нибудь сушеные овощи, это заморозка глубокая, там, да, и так далее, и так далее, и так далее. То есть работая с основным продуктом, не теряя вот этот кор, ядро своей компетенции, развивать смежные категории и захватывать внимание потребителя все больше и больше, опираясь на те ценности, которые уже заложены собственным брендом. Но ценности бренда нужно закладывать, да, безусловно. Но это получается применимо и к бренду, и к собственной марке сети, в принципе. Да, да. А вот что у них происходит, может быть, даже, у вас просто интересное наблюдение, может даже отойти там от категории фрукт-овощи. Вот СТМ и бренды, тут я слышала много мнений вот за вчерашний день, а кто там кого побеждает, как в этом лавировать? Соглашаться ли производить, когда тебе нужны деньги, либо все-таки стоять на том, что тебя пусть мало, но кто-то знает, что делать вообще, как быть? Вы знаете, есть, давайте так, производитель, собственный бренд считает СТМ, это его собственная торговая марка, да? Ритейлер свою собственную торговую марку тоже считает СТМ, собственную торговую марку. Поэтому давайте разделять. Если мы говорим о бренде, мы имеем в виду бренд производителя. Если мы говорим СТМ, как правило, мы имеем в виду собственную торговую марку ритейлера. Но есть еще в цепочке дистрибутор, который тоже может создавать собственные торговые марки, наполняя их ассортиментом от разных производителей, брендируя ее и дальше, то есть, переходя отчасти на сторону такого, ну, не совсем производителя, скорее упаковщика, да, компании, которая создает собственную марку. И здесь очень важно, чтобы, ну, с одной стороны, понятно, что ритейл вытесняет бренды производителей и дистрибьюторов, заменяя их брендами своими. Это более управляемая история, она более маржинальна, как правило, не всегда, но, как правило, более маржинальна, и, по крайней мере, она создает уникальное преимущество сети и организовывает и обеспечивает трафик для ритейла. С одной стороны. С другой стороны, выдавливая бренды и заменяя их собственными торговыми марками, ритейл, тот продукт, который он продает по собственной торговой марке, начинает закладывать собственные ценности и выбрасывает те ценности, которые есть у производителя. Допустим, производитель опирается в одной из своих ценностей на уникальный регион происхождения, допустим, экологически чистый регион происхождения или определенные технологии. Такую, и если потребитель становится приверженцем именно этих ценностей, сеть вряд ли сможет это заменить собственной торговой маркой, потому что она транслирует чуть-чуть другие ценности. Она транслирует ценности, там, допустим, удобства на кухне, она может транслировать там ценности какого-нибудь там, не знаю, поддержки фермерства даже, но не факт, что это как бы опора на конкретный регион. Поэтому брендам, с одной стороны, нужно искать опоры уникальные, которые не сможет заменить собственно торговую марку ритейла, и тогда ритейл вынужден будет оставлять этот товар на полке, понимая, что потребитель в его же магазин приходит именно за этими ценностями. А с другой стороны, нужно, да, если вы хотите там расширить собственную систему сбыта, то и ритейлер приходит с хорошим предложением, но почему бы нет? То есть часть продукции можно отгружать под собственную торговую марку. Здесь вот поиск этого баланса, это вопрос стратегии развития бизнеса как такового, не только бренда, бизнеса как такового, производства как такового, работы с себестоимостью за счет объема, увеличения объема или наоборот уменьшения объема. И это очень многогранный вопрос. Но эти два понятия, безусловно, должны и будут уживаться между собой. Но у нас в целом вопросы такие, понимаю, что про каждое ответвление можно просто уйти и рассуждать максимально это, да, глубоко. Это, да. Но все-таки, если говорить про вот те вещи, которые непосредственно вы как эксперт на рынке занимаетесь, то есть управление продуктом, развитие маркетинга, вот эта вся красота, она у нас, насколько сейчас в целом, вот если взять срез по стране, это все-таки удел больших компаний или маленькие тоже уже там региональные какие-то ритейлеры, поставщики тоже уже смотрят? Или они пока едут на том, что просто, ну, например, кроме них никого на территории нет? Или как еще? Как вот это все устроено? Как быть маленьким компанией? Да. Безусловно, давление федеральных ритейлеров очень сильное, и федеральных брендов. Я много работаю с регионами, ко мне приходят за консультациями, обращаются компании региональные, не только из российских регионов, но и смежные государства обращаются. Они испытывают вот это вот давление федералов, причем даже за рубежом уже начинают испытывать давление российских федеральных компаний, которые тоже выходят на зарубежный рынок. И возможностей у них существенно больше. Но, как правило, такие компании не очень поворотливые, и они стараются, они не любят
работать, смотрите, вот маргинально, они всегда в таком неком мейнстриме, они не задают какие-то там новые тренды, они идут по проверенной дороге. Это объяснимо. Почему? Потому что на кону огромнейшие бюджеты, огромнейшие производства, трудоресурсы там, и прочее, прочее, прочее. Биться на вот этом классическом поне, вот в этом мейнстриме, в основном течении с федеральными брендами, ну, на мой взгляд, давайте я категорично скажу, невозможно. Поэтому для небольших бизнесов, на самом деле, нужно обязательно работать с брендом и думать над тем, как закрепиться, потому что иначе они просто растают и станут незаметные на фоне вот этих вот давлений федеральных компаний, но им нужно выделяться и выделяться очень-очень ярко. Я не говорю про яркую упаковку, яркие цвета упаковки. Я говорю про вообще весь комплекс маркетинга. Это какие-то маргинальные решения в рамках, там, не знаю, программы лояльности. Если ты получил клиента, его не так много, держись за него. Создай прямой контакт между производителем и клиентом. Обеспечивай дополнительную информацию о своем продукте. Разработай для него, там, не знаю, какие-нибудь программы. Если мы говорим о функциональном питании, к примеру, программы похудения с фруктами и овощами, которые специально для этого там приспособлены. И так далее, и так далее. То есть это все в комплексе. Безусловно, упаковка для того, чтобы выделиться на полке и занимая небольшую часть полки и не имея медиабюджета, все равно визуально закрепиться в памяти потребителя. Да, это какие-то интересные решения, нестандартные упаковки. Это что-то новое, то, что цепляет, привлекает, а еще лучше, чтобы это было удобно для потребителя и чтобы это находило отклик в сердце потребителя. И это, ну, must-have, так обязательный элемент для работы маркетинга в небольших компаниях, в небольших бизнесах. Если супер коротко, вот с точки зрения маркетинга, на какие моменты еще стоит обращать внимание, может быть, со стороны наблюдения за потребителем, не только за своим продуктом? Что вы могли бы прям вот пунктами выделить, которые прям точно нужно всем сейчас следить и соблюдать? Еще раз сделаю отсылку к сегодняшнему выступлению. Я сегодня буду говорить о новых трендах. Это не фермерство, не ЗОЖ направление, не функциональное продукт. Об этом много говорили. Я буду говорить о том, что на потребителя сейчас влияет электронная коммерция, диджитал, средства информации и доступность вообще информации как таковой. То есть мы моментально можем получить, не знаю, сканировав QR-код, да, или там просто погуглив, или зайдя в какой-нибудь отзовик, да, мы можем быстро понять, что это за продукт, посмотреть карточку товара или почитать какие-то отзывы о товаре, если мы там, допустим, выбираем в онлайн-магазине где-то что-то. А иногда даже прям непосредственно в самом магазине, физически находясь там, да, мы можем просто там, не знаю, сфотографировать. Яндекс или Google камеры там, да, определяют моментально по упаковке этот бренд, выдают себе информацию там, не знаю, на сайт компании и так далее, и так далее. Так вот, маркетологам сегодня нужно обращать внимание на информационную оболочку вокруг бренда, на снабжение потребителя информацией. Потребитель стал очень придирчив и очень избирателен в своем выборе. Он очень требователен к тому, что он знает о тех продуктах, которые он потребляет. Тем более, если мы говорим о фруктах и овощах. Фрукты и овощи у нас ассоциируются с чем в первую очередь? Со здоровьем. Правильно? Это некий здоровый продукт. Но в то же время мы понимаем, что есть определенные риски. Риски пестицидов, неправильных каких-то удобрений, неправильной обработки, покрытия воском, там, да, который он потом будет вместе там, не знаю, с этим продуктом есть, там, и так далее, и так далее. То есть у него куча страхов. Вот развеять эти страхи, объяснить применение тех или иных технологий, обеспечить все это неким еще дополнительным маркетинговым эффектом, как то, как я уже сказал, какие-то марафоны здоровья с нашими там фруктами и овощами, там, да, функциональные какие-то решения, там, благодаря нашим фруктам и овощам, там, не знаю, с желудочно-кишечным трактом работа, там, еще там какие-то вещи. Да, вот все вот это нужно уже сегодня создавать вокруг собственной продукции. Потому что просто продавать яблоки — это уже вчерашний день. Уже потребитель не покупает яблоки, просто яблоки. Он, как правило, яблок очень много, да, и он начинает останавливаться. Ну, безусловно, там, я сейчас не говорю про качество, но за качество это, как, знаете, как санитарный фактор, да, больничный фактор. В больнице всегда должно быть чисто, да, продукты всегда должны быть свежие, там, да, и вкусные. Вот. Но помимо физических свойств, есть еще маркетинговые свойства продукта. И вот создавать их – это тот тренд, который сегодня, ну, наиболее актуален, наверное.
и все это действительно информационно доносить до потребителя. Спасибо большое. Спасибо вам.